Хэппи Ханука, самые дорогие друзья, Леша, привет! Хэппи Ханука, Хэппи Ханука, и дамы, господа, сегодня у нас как Ханука пришла в Америку, правильно? Второй день, два... да. Я 100, хочу сказать два 000. слова, друзья. Меня закрыли, нас закрыли с вами на для новых видео. Старые можно смотреть, лайкать и так далее, делиться. Кстати, я не могу не написать, писать ни одного слова. Они поменяли порядок вещей. Поэтому я не могу до пятницы, через неделю я выйду, я надеюсь из этого запрета, из этого бана, и я вернусь на Facebook, мы с вами вернемся, мы с вами Facebook, YouTube, мы там встретимся с вами. Пока я только на двух страницах, на Facebook, на Rumble, юра NYCO, на Rumble, и я также на Твиттере который X называется, там можно смотреть, тоже меня может там найти по кличке DJU Eat. Я все собирался разобраться, рассказать, почему я взял эту кличку себе, но пока это не получилось рассказать. Но я там есть, то есть четыре платформы. Пока на Инстаграм выйти не могу live, но могу постфактум ставить там. Если вы там, тоже можете подписаться на DJU Eat. М -м. Ник мой там и за что закрыли? У нас сейчас видео номер 1874, Леша. Или 75, я вот сейчас не уверен. Что Можно в... записаться на 2000 номер. Да, меня закрыли, меня закрыли за видео номер 93. <как> снятое два года почти тому назад, 18 января 2021 года, когда Ой, мы блин. все сидели на иголках, когда я вернулся из, из Вашингтона. И мы ждали этой инаугурации драны Байденской. И, и мы были как на иголках, мои размышления были на тему того, что в Америке появились э, Павлики Морозовые, дети, которые закладывают своих родителей за то, что они республиканцы, консерваторы и вообще ездят в Вашингтон. Да. Была информация об этом в прессе, я позволил себе поразмышлять в течение часа об этом деле. И вот эта вот история привела к тому, что меня закрыли они. То есть заработал какой-то робот русскоязычный, который начал сечь, о чем говорят на русско-американском языке э, некоторые американцы. Так что вот так вот мы будем пока здесь находиться, там, где вы нас видите, и на, э, Facebook, на YouTube нас некоторое время не будет. Хотя у меня есть второй канал, но там я пока еще не наладил вещание, и там вы меня вряд ли найдете. Итак, Алексей, сейчас Ханука, отодвинем все стороны, все горести в сторону, и, э, так сказать, погрузимся, отодвинем ладки, Хану... отодвинем... Ханука это, – это праздник. Да. И чем этот праздник мне, например, дорог? По многим причинам, но одна из тех, что в этот праздник можно работать. Потому что, когда я не работаю, мне скучно. А в Хануку можно работать, и вот я работаю. Значит, как Ханука пришла в Америку, это тоже сам по себе интересный факт. Я начну с страшной зимы 1777 года, 78 года. Это идет война за независимость. И армия Вашингтона, она разбила лагерь Вилли Фордж. Это было в 20 милях от Филадельфии. Сегодня это по существу пригород Филадельфии. И если вы интересуйтесь американской историей, живете на восточном побережье, но особенно недалеко от Филадельфии, живете в Нью-Йорке, Вашингтоне. Побывайте в Вилли Форш. Это была страшная зимовка армии Вашингтона. Причем вот что интересно. Филадельфия это была столица в то время Соединенных Штатов. Она была оккупирована англичанами. Англичанам ничего не составляло просто пригнать свою армию то что в Вилли Фордж и ну, было тепло там в Филадельфии были все были вина были я хочу сказать женщины никуда не нужно было вот эта картина на этой картине мы видим вот это Вилли Фордж но это картина и мы видим Вашингтона и Лафайета маркиза де Лафайета вот они они одеты хорошо, но в этой армии в это время были, ну, большая часть людей была плохо одета, некоторые были без обуви. Причем вот что интересно. Это была зима, одна из самых страшных зим. Значит, в то время на планете под названием Земля был The Little Ice Age. Малый, леди, малая ледяная эпоха. Она продолжалась несколько столетий. Значит, нынешние поборники потепления климата, они понятия не имеют, что на планете Земля холода сменялись теплом, тепло сменялись холодом. Вот эта зимовка Вилли Форш пришлась на то время, когда на планете был, был, был холод. Ужасная зима. И вот расхаживая вот между палатками, в которых жили его солдаты. Потом они построили какие-то домики. Посетите музей Вилли Форш, вам все станет известно. Вашингтон обратил внимание, что сидит какой-то человек. Он накрылся чем-то похожим на шинель. Такая одежда. У него что-то горит там, и он читает молитвы. Значит, Вашингтон к нему подошел и говорит, что ты делаешь. Тот представился, он сказал, что я еврей, родом из Польши, и я отмечаю Хануку. Цитата, которая есть в книгах по истории. Евреи, сказал этот человек, празднуют победу, одержанную много веков назад над врагом, который ополчился на их свободу. И он предсказал, Американцы одержат с Божьей помощью победу в войне с английским сатрапом. Вашингтону это понравилось. Была ли на самом деле вот такая встреча? Окей, историки историки называют трех возможных бойцов армии Вашингтона, которые могли быть тем самым человеком, который рассказал Вашингтону о праздновании ханнику Это мог быть рядовой Амнерполог из батальона с Род-Айленда. Это мог быть рядовой Джеремая Гриман, и это мог быть капитан Исаак Леви. Теперь, историки, это, этот эпизод, он написан во многих книгах, но историки не пришли к, к, не только к единомыслию о том, кто это мог быть, но они даже многие подвергают истории, что это, в общем-то, легенда. О том, что это не легенда, у нас есть факт. Значит, ровно через год, в декабре 1778 года, Вашингтон был приглашен в дом, это в Пенсильвании, купец Майкл Харт. Купец Майкл Харт, он широко жертвовал армией Вашингтона. Он был сторонник независимости английских колоний от Метрополитен. И, он, и Вашингтон как раз пришел к нему в то время, когда Харт праздновал Хануку. И он рассказал генералу Вашингтону о праздновании Хануки. И Вашингтон сказал, вот это уже факт. Он сказал, год назад, когда мы зимовали Fort, uh, Welly, Forge. Forge. Я встретил одного солдата, который мне рассказал о Хамаке. Вот это факт, опять-таки, который сомнению не подвергается. Вот это сам по себе достаточно интересный факт. Кстати, дамы и господа, я планирую рассказать не сегодня о а евреях в Соединенных Штатах, с чего все это начиналось. Почему? Я буду отталкиваться от а, Вашингтона. Значит, когда Вашингтон был избран президентом Соединенных Штатов, он объезжал все 13 бывших колоний, 13 штатов, и благодарил а, за поддержку американцев, которые за него голосовали. И в городе Ньюпорт, это штат а, род он посетил знаменитую синагогу Тора. И в этой синагоге он оставил а, Надпись, письмо, которое он передал Равину. Вот это исторический факт. У нас сохранилось это письмо. Я не буду сейчас его засчитывать, я приберегу это на следующую неделю. Но это показывает, насколько Вашингтон был вообще лишен какого-то предвзятого отношения к евреям, хотя предвзятое отношение к евреям, естественно, было. Было много веков назад, было в начальных Соединенных Штатах. Оно остается, но ну, антисемитизм жив, жил, жив и будет жить. Другое дело, что те размеры, которые он принимает сегодня в демократических странах... Многих я застали врасплох. Да. Я не говорю о мусульманских странах, это, так сказать, нормально, но то, что происходит сейчас в так называемых демократических странах, это не имеет, ну, я не скажу, основок, не, не име, во всяком случае, в Соединенных Штатах основы нет. Итак, я продолжу рассказ. Значит, что нам доподлинно известно о праздновании Хануки в Соединенных Штатах? Вот это уже не легенды, это факт. Значит, в 1830 году я сверяю все даты, я на память не полагаюсь, в городе Чарльстоне, в городе Чарльстоне. Публично это уже известно отмечалось Ханука. Значит, нужно сказать, что евреям пришлось столкнуться, ну, скажем, со следующим фактом. Значит, празднование Рождества всегда привлекало детей, христианских детей. И празднование Рождества привлекало детей из еврейских семей. Это был прекрасный праздник. Игрушки, пение, пляски. И вот в 1830 году поэтесса, она известная поэтесса Пенина Мойза, она написала, вот эта женщина, дам, это рисунок, тогда еще фотографии не было, это историческое лицо, ее книжки можно найти как исторически их можно найти на Амазоне. Она написала к празднованию Хануки в 1830 году песню. Причем написала песню так, что под эту песню можно было играть детям. И это был как бы призыв для детей к празднованию Хануки. И под эту песню, вот это интересно, Ханука празднуется, мы знаем с вами, 8 дней. Поскольку еврейские дети пели эту песню в Чарльстоне в 1830 году, то к ним на праздник стали приходить и детишки из христианских семей. Им это было интересно. Интересно, это 1830 год. Теперь двинемся немножко вперед по, по, по датам. Значит, есть гражданская война. Есть прекрасная книжка «Евреи-конфедерат». Я об этой книжке рассказывал в передачах с Юра, я об этом писал, об этой книжке есть в моих книгах «Евреи-конфедераты». И там есть, готовясь к сегодняшней передаче, я выудил интереснейшее письмо, которое писал еврей своей подруге. Он воевал под Ричмондом. Это лейтенант-артиллерист 1800 64 год. Он пишет своей возлюбленной в Новый Орлеан. Я читаю, это достаточно, это интересно. Он пишет, в этом году, это декабрь 1864 года, к Ханука, в этом году я не смогу увидеть свет Хануки. Когда мы были детьми, это было наше Рождество, и мы всегда радовались подарком. Те времена прошли, и я лишь надеюсь увидеть их снова. Это гражданская война и евреи, конфедераты, они не могли праздновать Хануку так, как они привыкли праздновать этот, этот праздник, когда были детьми, когда были молодые, когда не было гражданской войны. Это у нас 1864 год. Теперь мы с вами сразу перенесемся в город Синценати. В этом городе, в независимо друг от друга, жило два совершенно прекрасных равина. У каждого из них была своя синагога. Один из них был Исаак Вайс, второй был Макс Лилиенталь. У нас есть, в то время уже были фотографии, и у нас поэтому есть фотографии того и другого. Это Вайс, Макс Вайс, а это у нас, это у нас Лилиенталь. Они были евреями-реформаторами. И они старались делать все возможное, чтобы на праздник Хануки привлекать не только евреев, это как бы, это еврейский праздник, но и это как бы синагога была открыта для людей других вероисповеданий, прежде всего, естественно, для христиан. Как привлечь евреев к этому празднику? И Вайс, он написал книгу, которая называлась "Первые из Маковеев». Ну, тот из вас, кто знает историю, я думаю, все зна... вы знаете историю Хануки. Это все началось с борьбы Маковеев против греков-сирийцев, одержали победу. И вот Вайс написал вот книжку о Маковеях. Для того, чтобы заинтересовать людей, которые... Люди празднуют Хануку. Но они хотели бы, вот Вайс хотел, чтобы люди знали, откуда взялся этот замечательный праздник. И он написал эту книжку. Эта книжка публиковалась в... Э, здесь мы видим это отдельное издание. Она публиковалась в еженедельной газете, в еженедельной газете 1800... Э, сорок восьмом году, на 1754 год, она публиковалась в течение года в еженедельной газете из номера в номер, а потом она была издана оде, отдельно, была издана, издана отдельно. Теперь и Вайс, или Лилиенталь. их о них много написано. Тот, кто интересуется историей евреев в Соединенных Штатах найдет имена двух этих раввинов из Цинциннати во многих учебниках истории, потому что они сделали все, что в их силах, чтобы праздник Ханука стал действительно праздником для всех евреев. И если кто-то хочет примкнуть и праздновать вместе с евреями, двери синагоги, синагоги были широко открыты. Теперь наступает конец 19 века, последние 20 лет 19 века и первые десятилетия 20 века. И Соединенные Штаты распахивают свои двери для еврейской иммиграции из стран, из России, из стран Восточной Европы, вообще, вообще из Европы. Значит, с 80-х годов, по 20, то есть 80-е и -80, 80 90-е годы 19 века и первые два десятилетия века 20-го – 40 лет. За это время в Соединенные Штаты приехало 2,5 миллиона евреев из Европы. Причем большая часть этих евреев, они знали о праздновании Хануки. Но многие из них были вынуждены праздновать хануку так, чтобы ну, не привлечь внимание, они просто боялись. Особенно печально знаменитые еврейские погромы в России. Они не хотели засвечиваться. И вот они попали в страну, в Соединенные Штаты Америки, где можно праздновать хануку, пожалуйста, никто не запрещает. Пожалуйста, двери, синагог открыты, дома, пожалуйста, есть миноры, зажигайте свечи, пожалуйста, все. Но есть один, одна интересная деталь: прибыв, в Соединенные Штаты, иммигранты, многие, не все, многие иммигранты, евреи, они хотели как можно быстрее американизироваться. Значит, они считали, что если они будут праздновать еврейские праздники, в том числе и Хануку, то это как бы это их корни европейские, корни, корни предков. Они хотели как можно быстрее американизироваться. И во многих еврейских семьях стали, ну не то что праздновать Рождество, как с христианами, но ставить елки, покупать к Рождеству подарки детям. И кое-кого это... Далеко не всех раввинов это устраивало. Далеко не всех. Более того, в Нью-Йорке выходила газета «Форвард» на, Идыши, идыше, которая, ну, она говорила, господа евреи, так сказать, вы приехали в страну, где вы можете совершенно спокойно отмечать все свои праздники. Для этого и американцы ничего против не имеют. Что значит американизироваться? Это писала газета. И в то же время в Нью-Йорке был известнейший в то время раввин, его звали Кауфман Кёллер. Кауфман Кёллер, причем это человек родом из Германии. Вот этот человек. И он в, в первые годы, в первые десятилетия, в полтора десятилетия 20 века был самым известным раввином в Нью-Йорке. И он категорически возражал против того, что пребывавшие евреи не хотят американизироваться. Я приведу в частности слова, которые принадлежат ему. Это, это, это известно, так сказать. Как может еврей, не теряя самоуважения, приобщаться к радости и праздничному веселью Рождества? Как он может? Такой еврей не может поставить рождественскую елку в своем доме, не оскорбив при этом, не опозорив свою веру. Окей, это было мнение Равина Келлера. Но поскольку он приехал в Соединенные Штаты в Америку из Германии, он, ну, он не мог не знать, что некоторые немецкие евреи, причем вполне известные, они не видят ничего постыдного в том, что отмечать Рождество, ну, если не в своем доме, то отмечать Рождество в, вместе с христианами. В частности, опять-таки, мною выудена интересная история о Теодоре Теодор Герцле. Это основатель сионизма. И есть факт, факт подтвержденный фотографии. Я, к сожалению, эту фотографию не обнаружил. Но в книжке, вот я вам покажу книжку. Книжка называется «Ханука в Америке». В Ханука в Америке. Там приводится просто факт. Как мир, господин Герцель праздновал Рождество в Вене в доме баронессы, читаю баронессу, звание Фанни фон Аппенстайн. Она основательница музыкального общества Австрии. И таким образом, нет ничего страшного, когда евреи со своими христианскими друзьями отвечают Рождество. Никакого унижения в этом нет, что бы ни говорил нам известнейший Нью-Йоркский раввин. Но вот это была его позиция. Теперь, дамы и господа, Масса Также не против, если христиане придут отмечать хану. Тоже, более того, вот как раз в 20-е и в 30-е годы, ну даже, скажем, в 20-е, стало, ну как бы правилом, что евреи говорят христианам «Мэри Крисмас», а христиане говорят евреям «Хэппи Ханука». Это, это стало совершенно нормально. Более того, это было абсолютно нормально на протяжении ну, десятилетий. Обращусь в сегодняшний день. Сегодня у нас вообще не может быть Мэри Крисмас и Хэппи Ханука. Сегодня мы празднуем холидеи какие-то. Вот холидеи, есть холидеи. Нет ну, Рождества, нет Хануки, нет религиозных праздников, есть холидеи. Это все сегодня... говорят, сезонные поздравления. Сезонные поздравления. Это у нас сегодняшнее. Ну, опять-таки, это у нас сегодня. Но вернемся опять-таки к Хануке. Значит, со временем, со временем, ну, Хануку отмечают абсолютно все в Соединенных Штатах, это уже в еврейских домах в этом нет ничего удивительного. Политики, политики, которым нужны голоса евреев, опять-таки, они могут искренне, так сказать, верить еврейские праздники, отмечать, а может быть голоса евреев, но они достаточно хорошо осознали уже в наше время, что... Если евреи празднуют Хануку и празднуют во всем мире, и в Соединенных Штатах, то политики не должны оставаться в стороне. В, 1800, 800, в 1900, уже на моей памяти, в 1977 году, я уже был в Соединенных Штатах, в 1977 году, президент Джимми Картер, он сказал, был, кстати, верующий христианин искренне, не делая вид, что он верит, он действительно верующий христианин. Он в 1977 году на площади парк Лафайет, ну тот из вас, кто бывал в Вашингтоне, вы прекрасно знаете, в парке Лафайет была установлена минора, вы видите минору, национальная минора, и прямо на фоне, в, на фоне Белого дома. Это при Картере. Буш-папа, Буш-папа, буш папа буш, буш папа уже праздновал Хануку, отмечал Хануку и поставил минору в белом, в белом доме. Более того, Билл Клинтон, тоже интересно, он установил правила для президентов праздновать Хануку. Если Буш папа не каждый год, то при Клинтоне уже в Белом доме праздновали Хануку, президент праздновали ежегодно. Причем, я должен сказать, чуть-чуть отступая назад. Значит, когда раввины Вайз и Ривентал делали все возможное, чтобы Хануку праздновали абсолютно во всех еврейских домах, чтобы они приходили в синагогу, им требовалось что-то, чтобы привлечь в первую очередь детей. Значит, для того, чтобы привлечь в первую очередь детей, вот это Вайс, Райби Вайс, он угу. как бы поднял одним из первых. Требовалось, требовалось какого-то героя, на которого, ну, который был бы героем для всех детей, даже вне зависимости от религии. Значит, в то время героем, начиная со школьных лет, у всех американцев был Джордж Вашингтон. Так вот, по. Вайс сделал все возможное, чтобы его люди, которые ходили в его синагогу, евреи, чтобы в их домах рядом с портретом Вашингтона был портрет Моисея. То есть он хотел, чтобы у подрастающего еврейского поколения, у мальчиков и девочек, чтобы у них был герой не только Вашингтон, а был еще и герой Моисей. Вот это тоже сам по себе достаточно интересный факт. Теперь, если говорить о, о том, как евреи отваливали из Советского Союза, я должен сказать, ко мне лично это не относится, но я знал евреев, которые в мое время уезжали, что для них толчком для отъезда послужила книга Говарда Фаста «Мои прославленные братья Маковеи». Значит, в советские времена, вот вы видите, эта книжка была переведена, она была она была издана в России типографским способом. В то время, когда я жил в Советском Союзе, эта книжка не издавалась вообще. Мы ее читали в самиздате. Причем вот что интересно. Фаст, Говард Паст, он был коммунистом, причем верующим коммунистом. Но это правда было до венгерских событий. До событий 1960... 1956 -го года, когда э, советские войска расстреляли венгерскую революцию. Значит, все его книжки издавались в Советском Союзе громадными тиражами. Мои прославленные братья Маковеи, он написал в 1960, 1959 году. Эта книжка не издавалась. Мы ее читали в самиздате. И я знаю по крайней мере, две еврейские семьи, для которых вот чтение этой книжки в самиздате явилось ну, последним толчком для того, чтобы они отвалили из Советского Союза и уехали. Это уже вторая половина 70-х годов. Сейчас вот эта книжка, опять-таки, она издана. И вот еще интересные, на мой взгляд, факты. Значит, как вообще слово «ханука» дошло до нас, так как оно пишется на английском языке? Значит, до 1000, я скажу точно, 1889 года, и я уж не говорю про англоязычные газеты, но и в газетах на идыш ханука писалось по-разному, потому что это слово на иврите, на идыш оно, его не писали, на английском Каждый писал кто, как только может. То, как мы сегодня пишем Ханука на английском языке, впервые появилось в 1989 году в газете «Jewish Messenger». Вот эта газета, она выходила на английском языке, выходила в Нью-Йорке, но она давно уже не выходит. И вот эта газета написала Хануку на английском языке так, как мы пишем сегодня Хануку на английском языке. Возвращаясь непосредственно в сегодняшний день. Вчера в городе Вашингтоне знаменитая минора, которая находится в парке Лафайет перед Белым домом, впервые, вот это вчерашнее событие, дамы и господа, к сожалению, немного народу, но было достаточно холодно вчера в Вашингтоне. Вот минора на фоне Белого дома и зажигал первую свечу. Там все, конечно, электричество. Зажигал второй джентльмен, second gentleman. Uh -huh. Это муж госпожи Харис, вице-президента. И он вчера открывал вот это самое торжество по случаю Хануки. И дамы и господа, значит, мы все празднуем Хануку вы празднуете Хануку, я праздную Хануку. К сожалению, вообще полагается, что первую свечу хозяйка дома должна зажигать. Значит, в моем доме, увы, нет хозяйки. Я живу вместе с котом Васей. Вася, он не христианин. Ну вот, поэтому я сам зажигал вчера вот эту свечу, сегодня второй день. Ну и заканчивая монолог, я хочу сказать, дамы и господа, хэппи ханука, прекрасный праздник, прекрасный праздник. И если говорить о сегодняшнем дне, значит, вчера первый день хануки, вчера исполнилось два месяца со дня резни, которую строили мусульманские бандиты резни, которой не было. То есть сравнения ничего подобного не было в современности. То, что вытворяли мусульмане на протяжении веков над христианами и евреями, это хорошо документировано. Но оказывается, события 7 октября показали, что сегодняшние мусульмане мало отличаются от мусульманов, которые были в первые столетия 20 века, в том, что творили эти мусульмане в Италии, в, на Пиренейском полуострове, во Франции, это хорошо документировано. Те зверства, которые мы видели 7 октября в этом году в Израиле, это напоминает все те зверства, они не изменились, дамы и господа. Они какими были, такими и остались. Вот вчера два месяца исполнилось со дня этой резни. Кстати, вспоминая Хануку и мои прославленные братья Маковеи, значит, я надеюсь, что несмотря на давление, которое уже оказывает так называемый демократический мир, давление на Израиль, что израильтяне вспомнят о прославленных братьях Маковеях, и доведут до конца очистку Газы от мусульман до конца. Я говорю мусульмане, потому что понятие палестинцев не существует. Это псевдоним для, каких, для определенной группы арабов. Я надеюсь сегодня в день Хануки, что израильтяне под флагом Макавея доведут очистку газа от этого арабского шлака. Юра, на этом я ставлю точку в монологии и с удовольствием присоединяюсь к разговору. Леш, огромное тебе спасибо за этот рассказ, очень увлекательный. И да, действительно, в Америке было создано такое вот... Такой союз, то, что впоследствии стали называть иудео-христианской цивилизацией. И надо сказать, что Просто по самому факту того, что христианская Библия состоит из двух частей из так называемой еврейской Библии, как ее называют во многих странах, Hebrew Bible и Нового Завета Евангелия, посвященного Иисусу Христу, собственно, так это все и называлось. Но именно в Америке возникло понимание и не то чтобы даже. То есть факт был фактом то есть с года рождения Иисуса Христа, наверное. Это все было базировано, Иисус Христос был евреем, что открытие для очень многих христиан в, в далеких холодных странах. Но неважно а сейчас это. Важно то, что вот это понятие иудео-христианской цивилизации, на ней было построено американское общество. И как ты предложил, а я с удовольствием согласился, в следующую пятницу, надеемся, послушать твой рассказ о том, насколько вообще в крови Америки, насколько она построена, в том числе и на антисемитизме, насколько привычно было для людей обвинять евреев во всех проблемах, как это было обычаем в очень многих странах Европы и Азии. То есть чуть что, виноваты евреи, идем громить евреев. Насколько это в Соединенных Штатах было вообще занесено, насколько это все было распространено и популярно. А сейчас мы видим следы этого всего. Мы сейчас видим, как люди, которые, как бы, во первую, в первую очередь, они отрицают свои отношения, свое отношение позитивное к Соединенным Штатам, к стране, которая их выкормила, к стране, в которой они выросли. Да, действительно, это все, они независимы, их родители зарабатывали деньги, они зарабатывают деньги. Но надо понимать, что я, я далек от этого высказывания Барака Обама, когда он сказал, you did not build that. Когда он сказал, что вы не вы это построили, но на самом деле это построили мы, но мы понимаем, что это симбиоз того, что у нас, то, что у нас есть, мы заработали сами, но это всегда симбиоз государственного устройства. Возьми людей, которые как они жили в Советском Союзе, и как они живут в Соединенных Штатах, те же самые люди переехали в другую страну, оторвались от любимой родной э, родины и зажили по-человечески. Это, это, это факт, который, который невозможно отрицать просто. В чем разница? Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Но жизнь другая, расчет другой, мысли другие, отношения друг к другу, в общем, другое. И, конечно, удивительная возможность строить свою жизнь так, как ты хочешь. Другое дело, что, конечно, и мы об этом расскажем более подробно в следующую пятницу многие люди стеснялись своего еврейства в Соединенных Штатах, и многие педалировали, я помню, когда я только приехал, ты знаешь, мы ехали к друзьям на празднование, все наши вот, э, праздники любимые, осенние, там, дни, вернее, зимние дни рождения, и в период э, Рождества мы проезжали через абсолютно, это Южный Джерси, э, выключенный свет, просто едем через э, э, эти Девелопменты. Едем через дома вдоль Black Horse Pike, Haddonfield Road. Выключенный свет. Живут евреи. Демонстративно не включают света, не празднуют Рождество. В Нью-Йорке была немножко другая история. В Нью-Йорке, а потом и в других больших городах ужасно популярными на Рождество стали китайские рестораны. Э, евреи отправлялись в китайские рестораны э, в те дни, когда э, христиане праздновали Рождество, а китайцы, в свою очередь, приспособились к тому, чтобы подавать кошерную еду евреям в эти дни, когда они не хотели участвовать в праздновании Рождества. Но потом, естественно, все это пришло в некую усредненную форму, и, конечно же, силы капитализма стали коммерциализировать Хануку так, как происходила коммерциализация Рождества открою большую тайну, и тем и другим занимались евреи, поскольку они работали в бизнесе и занимались тем, что зарабатывали деньги. Так что раз... коммерциализовали и одни и те же люди, и Хануку, и Рождество. И это было, в общем, таким национальным праздником. Естественно, дарят подарки, естественно, подарки надо купить, естественно, надо всех порадовать, повезти в ресторан, приготовить вкусно для всех, все, что нужно дома у себя, если такой есть план. То есть это, это стало, как говорится, во всем есть свои плюсы и свои минусы, безусловно, в любом факте жизни. Но для меня, как говорится, в балансе того, что происходит сейчас, в окончательном расчете, не преобладает добро в этой ситуации. И те евреи, которые хотят соблюдать Ханаку, как положено, зажигать, вот как сегодня рассказывал наш Ребер Адшуль что есть специальное масло органическое, такое вот редкое, и вот этим маслом, и сделать фиселек самому, и сделать, в общем, чашечек, налить это масло и зажечь. Это совершенно не обязательно использовать миноры. Если ты хочешь быть максимально близко к чуду испытанными маковеями, ты можешь вот это сделать. То есть абсолютно тебе не, нет никаких препятствий к этому. Ты можешь выставить ее в окно. Минору у нас, кстати, в Бруклине, я заметил, некоторые люди держат Минору круглый год в окне, и они ее, Ханукию, они ее зажигают все 8 свечек с первого дня, 8 лампочек. И лампочки говорят, круглый год. Им просто нравится идея того, что у них в окне стоит этот замечательный электрический прибор. А в эти дни по Брайтон-Бич-авеню ходят э, молодые люди. Родители религиозные евреи берут своих детей и они раздают бесплатные наборы свечей и бесплатные хануки для тех, у кого хануки дома нет. не устраивают вот такую вот благотворительность, и это очень хорошее дело. Это вот дух праздника, который приходит к евреям. Да, он превратился в мягкий пушистый, хотя истоки его, конечно совсем не таковы, об этом рассказывает, опять же, и Рыбашер о том, что на самом деле это была гражданская война, на самом деле это были евреи, боровшиеся с эллинизмом. Я вот с Лешей пока говорили, мы сегодня боремся с марксизмом и эллинизмом у нас в Америке. То есть ничто никуда не девается, но... Были, были греки, которые, евреи, которые в общем-то, приняли греческую религию. То есть, эллинисты были. Были, гре были евреи язычники. Но папа Маковей, который в ходе гражданской войны погиб, его свенил уже сын Игуды и другие прославленные братья, он просто сказал, тот, кто хочет быть евреем, за мной, за мной. Ну и началась гражданская война. Я, кстати, советую... Да. Окей, Говард де Фастер, ну, хороший он писатель или плохой, он интересный писатель. И в книге Маковея «Мои прославленные братья» это, в общем-то, конечно, художественная литература, это не историческая литература, но это достаточно для людей, которые хотели бы узнать, это достаточно, хоро достаточно хорошая литература, и я советую всем прочитать, каждому, кто не читал. Это, это, нормально. Тем более есть на русском языке. На английском, конечно, тоже есть. Юра, я хотел бы вот еще сказать, что сказать. антисемитизм был всегда, конечно, и, к сожалению, существует. Но если мы будем говорить одного из главных антисемитов, то это, скажем, Форд, Генри Форд, который считал нужными сдать эти самые, ну, Протоколы сионских мудрецов, это тоже издать, издать в Соединенных Штатах. Но это все-таки на фоне вообще нашей страны, на фоне так сказать, демократической Америки, окей, свобода слова, он имел право делать то, что он хотел. Но это, в общем-то, для единиц, это не было в массовое, в массовое явление. То, что, например, происходит сейчас, так сказать, ну, я думаю, если, я думаю, большинство из вас, может быть, все слышали допрос, скажем так, явление э, депутатам Палаты представителей трех дам из ведущих университетов Соединенных Штатов. И речь шла, конечно, о том, что в этих университетах Гарвардский университет, Пенстейт и Массачусетский технологический, MIT, MIT Ведущие университеты, MIT, ведущие университеты, три дамы. Ну, во-первых, почему они, эти три дамы президенты, очень просто. Потому что мы живем в то время, когда белый мужчина это, как правило, расист, а ну, а белая женщина так сказать, все нормально. Но Гарвардский университет там вообще черная женщина. Если бы мы жили в нормальной стране, подчеркиваю, в нормальной, то я думаю, президентами этих трех университетов были бы мужчины. Я прошу прощения, у женщин это, 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 это мое мнение. То, что они говорили, говорили, когда им прямо сказали, что вы практически поощряете антисемитские выступления, то, что говорили эти три тетки, я прошу прощения, я их не могу даже женщинам назвать, это три, три тетки. Если бы, если бы, я вдруг проснулся, и мне показали бы документальный фильм, и сказали, что вот это происходит в Соединенных Штатах, я бы подумал, что это фейк. Что ну, не могут руководители крупнейших американских университетов практически защищать антисемитизм. Ну, в нашей стране это невозможно. Но вот это, к сожалению, происходит. И Я, Юр, я не думаю, что, что у этого есть глубокие корни. Я думаю, это, так сказать, сегодняшний день. Они Хотел... не глубокие, они всего лет на 25, Леш, ты знаешь. А, вот, чтобы ну, их уже... искоренить. Это не в историческом масштабе, это не так их долго выхаживали эти корни, и их нынешнее поколение, должны вырасти другие люди, которые займут эти посты уже. Мы с тобой не светим как бы на должность. Юрий, причем вот на что я хочу обратить внимание, это не потому что я, это обращание в меня. Вот те самые люди, молодые, которые сегодня демонстрируют Палестинское государство от реки до, 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 моря. Моря, они, до моря. Они даже 90% из них не знают, что есть река Ярдан есть Средиземное море, неважно. Это та же самая публика, которая, во-первых, считает, что должна быть зеленая энергетика, то есть нужно уничтожить нефть, уголь и газ. Это та же самая публика, которая поддерживает БЛМ. Это та же самая публика, которая поддерживает НТФА. То есть вот это, вот эта вся шпана, я называю так, это не вдруг откуда-то появившаяся. Это уже создавшаяся нашим школьным образованием и, конечно, высшим образованием. Вот это, это шпана. Юр, дай бог, чтобы через 25 лет, хорошо бы раньше, чтобы, так сказать, изменилось. Я надеюсь, я надеюсь. Другое дело, что меня через 25 лет не будет. Я бы хотела, чтобы это произошло при моей жизни. Леш, ты знаешь, я вот вспоминаю песню сейчас <laughs> в начале, когда мы с тобой разговаривали, прежде чем войти сюда в стрим. Я вспомнил песню, я вот не могу вспомнить, кто ее... Из фильма «Сердца четырех», да, кто ее написал? Дунаевский, наверное. «Все стало вокруг голубым и зеленым». Голубый. Да, что стало голубым и что стало зеленым. Мы имеем голубое. Все знают, что это такое. И мы имеем зеленое. Зеленая энергетика ⁇ это зеленый флаг политического ислама. Вот такая вот песня пророческая прозвучала когда-то. Друзья, ну смотрите, как я уже говорил, сейчас мы будем с вами пробавляться здесь на... На Фейсбуке, и, конечно, здесь гораздо меньше людей нас будет смотреть, хочется сказать вам, что я очень высоко оценю вашу поддержку моего канала. Какие-то копейки зарабатывались на Ютубе, сейчас даже их не стало. Хочется все-таки, чтобы самоподдерживающим был этот канал, чтобы было постоянно чем платить за сервис, который я использую для и для нашего показа здесь, нашей встречи здесь, они не, мы не будем останавливаться. Я, когда снимут запрет, Бог даст, они не найдут никакой новой крамолы с помощью своего нового инструмента, и таки откроют нас через 8 дней опять на Ютубе. Но до тех пор я приглашаю вас поучаствовать, если у вас есть возможность. Любая сумма, я буду ее приветствовать, и это можно сделать через Зелы. Сейчас вот на мой номер телефона, вы по нему иногда мне звоните, 917-207-8273, проследите, чтобы это был Citibank, потому что могут быть какие-то другие маленькие аккаунты, в частности тот, который я открыл в связи с своими прошлыми выборами. Это уже ограниченный, как бы он к пользованию, но, во всяком случае, он иногда высвечивается, мне сообщали люди. Так что, если вы захотите поддержать канал, забудьте Patreon, забудьте PayPal, забудьте любые другие способы. Приглашайте людей сюда, друзей, кого вы знаете, кому, может быть, не хватает этих наших встреч ежедневных, иногда и два раза ежедневно, а иногда и четыре раза ежедневно, в зависимости от... Работа не прекращается, просто сейчас мы превратились в некоторое независимое... Я не хотел бы, чтобы это было подпольным, это плохо вообще, как знаешь, Леш, когда говорят, вот золото когда-нибудь будет стоить там 3000 долларов за унцию, это будет ужасное время. Вы забудете вообще, что у вас есть это золото, вам некуда будет его одевать, и на хлеб его мазать вы не сможете. Тем не менее, ну, это говорят те, как правило, у кого нет золота. Те, у кого золото есть, они придерживаются других рекомендации. Ну, в общем, вот такая история. Взял сервис, если захотите поддержать канал, 5-10 долларов. Я очень буду рад, если вы сможете направить в мою сторону. Леша, у тебя продукт более важный, у тебя продукт более солидный, серьезный, и я тебе могу сказать, что люди всю жизнь собираются написать одну единственную книжку про свою собственную жизнь. И до этого у многих руки не доходят ты написал четыре книги, и они больше, чем про твою собственную жизнь. Они включают твою собственную жизнь. Но еще кое-что другое. Я тебе передаю слово. Юр, я должен сказать, поскольку у меня есть время, дамы и господа, значит, у меня есть четыре книжки. Я работаю над пятой. Пятая книжка, она об истории американо-российских отношений. Или российско-американских, называйте как угодно. Это поразительно интересная тема, и я раскопал, например, то, что я раньше не знал. Это не значит, что до меня не знали все. Но интереснейшая совершенно тема. Более того, если дело дойдет до шестой книжки, это вот будет то, что сказал Юра, это будет о моей семье. Не обо мне, а о моей семье. Окей. Теперь о том, что у меня, конечно, есть. Значит, последняя книжка История без искажений. Это книжка о очерки о гражданской войне. Я должен сказать сразу же, что я благодарен выходом всех этих четырех книжек своему другу Саше Матлину. Он прекрасный писатель, он редактор, он редактор этих книжек. Он, у него книжки прекрасные рассказы, но он редактор моих книжек. Значит, когда я писал первую книжку «Тень проклятия этой кумсе над Белым домом», обычно моим редактором была моя жена. Но когда я уже писал эту книжку, первую книгу она уже была глубоко больна, она уже не могла читать, и поэтому Саша Матлин стал редактором. Теперь, если говорить... Ну, ваши книжки – это ваши дети, это каждый знает, тот, кто пишет. Какого-то ребенка вы любите больше, какого-то ребенка любите меньше. Всех вы их очень любите. Но я должен признаться, что вот это, эта книжка ⁇ История без искажений ⁇ это, ну, может быть, мой самый любимый ребенок, потому что он младший. Я не знаю, что будет в следующей книжке младше. Что натолкнуло меня написать эту книжку? Во-первых, я сразу хочу сказать, что эта книжка я сужу по тому, как она продается на... Лулу. Как она продается на Амазоне, как я ее продаю, она не пользуется. Я, я об этом знал, скажем, таким же успехом, спросом, скажем, как предыдущие книжки. По одной простой причине, что все три предыдущие книжки так или иначе были завязаны на Россию в той или иной степени. Вот эта книжка, она чисто американская, чисто американская история. Ну, я за нее взялся по одной простой причине, потому что то, чему учат в наших школах наших детей уже внуков, то, чему учат их в американских университетах, если они занимаются историей. Ну, в школах история совершенно обязательна. Когда они поступают в колледж, они могут уже не брать курс истории, это уже то их, их их школьные знания, это как бы те знания, которые они проносят через всю жизнь. История искажается, причем она искажается не так, как она искажалась в Советском Союзе по одной причине, потому что в Советском Союзе было только одно мнение. Значит, если наши дети, внуки учатся в школах, то в принципе у них есть доступ, есть доступ, ну, к другой литературе. Если их что-то интересует в истории, то это не обязательно учебник по истории, это может быть что-то, что их заинтересует, они возьмут с библиотеки или зайдут на Амазон сейчас можно читать книжки даже не имея бумажного варианта. Это вот меня подтолкнуло. И я приведу только, только один пример с, и с искажениями истории. Значит, нас учат в школах, ну у нас, что Южные Штаты, объявив штаты, которые вышли из состава... Союза, они нарушили якобы Конституцию, что Конституция им запрещала рвать Союзом, создавать отдельное государство. Это, ну, если говорить на интеллигентном языке, это неправда. Если говорить на неинтеллигентном языке, это просто-напросто ложь. Конституция не только не запрещала, конститу... ну, я не хочу сказать поощряла. Но Конституция открывала возможность каждому штату выйти из состава союза. Сейчас уже такого нет. После гражданской войны это было ликвидировано одним из решений Верховного суда. Но до гражданской войны каждый штат мог выйти из состава суда. Более того, из состава Союза. Более того, Вест Пойнт это военная академия Вест Пойнт. Федеральная академия это не штатная академия, академия принадлежит не Штату. Это Федеральная академия, которая существует на деньги федерального правительства. Значит, в этой академии в конце 20-х годов 19 века преподавался курс юриспруденции, в котором прямо было черным по белому записано, что каждый штат имеет право выйти из состава Союза. Правда, выйдя из состава Союза, он теряет те преимущества, которые у него есть, если он находится в составе Союза. Причем. В то время, когда этот юридический курс преподавался, в военной академии Вестпойнт училась пара десятков будущих генералов конфедерации. В то самое время, в частности, Вестпойнт заканчивал, учился президент конфедерации Джефферсон Дэвис и генерал, будущий генерал конфедерации Роберт Эли, э. который тогда учился. Вот это одна из тех, ну, Одно из, тех, одно из тех искажений истории, о которой говорится в моей книжке. Значит, если вас глубоко интересует американская история, американская история, то вот эта книжка, эта книжка для вас. Как ее можно купить? Так же, как и все мои остальные книжки. Ну, вы видите, во-первых, на экране Юра вывел мой телефон по этому телефону Зелле вы можете заказать эту книжку. Каждая книжка стоит 20 долларов, причем в, включены, в 20 долларов включены почтовые расходы, никаких налогов на покупку нет, естественно. Ну и каждая книжка с индивидуальным автографом. Вы можете купить эти книжки на сайтах, на lulu.com, amazon.com. Там она, у меня она стоит 20 долларов. А там она стоит 18 долларов, но с вас возьмут что-то, какие-то почтовые расходы за пересылку. И с вас возьмут какой-то налог, ну, в зависимости от того, в каком, штате, в, каком штате, в каком штате вы живете. Вот это, дамы и господа, то, что я вам хотел рассказать. Книжки, вот это последняя книжка, история, предпоследняя книжка «Из России к свободе». Это книжка о выдающихся американцах. Все эти выдающиеся американцы родились в России, в Российской империи. Перед этим была книжка «Черные рабовладельцы». Книжка интересна тем, тем, что я рассказываю о том, что были не только белые рабовладельцы, были и черные рабовладельцы – были индейцы рабовладельцы, но рабовладение не было запрещено, поэтому не было деления. Белым можно, а черным нельзя. Тем было можно. Ну и, конечно, первая книжка «Пень проклятия» это Кумсе над Белым домом. Значит, эту книжку я напомню, многие из вас знают, что президенты избраны в года кратные двадцати, кратные 20 они, как правило, на протяжении большой истории, начиная с 1840 года, они не заканчивали свой срок. Они либо умирали, либо были убиты. Ну, самые характерные примеры. В тысяч... Избранный в 1860 году О. Рам Линкольн был убит. Избранный в 1960 году Джон Фиджеральд Кеннеди был убит. Вот сейчас... У нас в Белом доме находится человек, избранный в 2020 году. И если он станет жертвой проклятия Текумсе, то он не дослужит до конца своего срока. Случится это или нет, я не знаю, мы с вами можем только гадать. Да, вот с чем, оказывается, борется президент Байден. Мы думали, это состояние здоровья, а над ним давлеет вот это страшное индейское проклятие. И я хочу сказать, друзья, если вы будете посылать и писать, когда вы будете писать Алексею на его e-mail. Один маша Орлов Gmail .com, не забудьте указать свой адрес, потому что иногда люди отправляют деньги и думают, что адрес придет сам собой. Адрес сам собой не приходит. Его надо вписать в мемо или написать Алексею отдельно в любой форме из тех, которые он предложил. Через текст по телефону или через записку, когда отправляете деньги, или через e адрес которого вот здесь сейчас на экране. И, конечно, если вы хотите, чтобы Алексей подписал книги, и если вы хотите кому-то подарить, например, книгу, это хорошая идея, то есть «Тень проклятия» все» на английском языке, кстати, для тех, кто читает по-английски. И тогда укажите, кому вы хотели бы, чтобы Алексей подписал, надписал эту книгу. Потому что в эти 20 долларов, которые вы ему пошлете за книжку, входит также и сам факт того, что он напишет эту книгу по вашему пожеланию. Конечно, покупая книгу на Амазоне, вы такого сервиса получить не сможете, потому что Амазон отправляет эти книги. Бог знает, каким способом. Все красиво, все упаковано, все, книжка в идеальном состоянии, но подписи автора, пожелания автора, автографа вы там не найдете. Ну что, Алексей, огромное спасибо тебе, огромное спасибо всем, кто пришел, конечно, дорогие друзья. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы пришли, за то, что вы нашли. И поставьте, пожалуйста, где-нибудь там комментарий на YouTube, на этом канале. Поставьте, что вы это смотрели на Фейсбуке или на Rumble, или вы это смотрели на X, дай вам Бог здоровья, чтобы... Те, кто ищет сегодня нашего разговора, могли легче найти нас на бескрайних просторах интернета. Леша, огромное спасибо, и мы даже не успели поговорить про баскетбольную команду Макаби. Юр, у меня в связи с этим есть. Одно... Это в честь Макаби. Два... У меня у меня есть два воспоминания. Да. Значит, одно воспоминание связано с 1900. Семьдесят седьмым годом. Это, я уехал в семьдесят шестом году. Кстати, Юра, в следующую пятницу исполняется 47 лет, как я покинул просторы Советского Союза. Необъятно это забыл. Да, да я жил в Риме, ожидая зимой семьдесят шестого, седьмого года. Жил в Риме. И в это время в Брюсселе был финальный матч Макаби-ЦСКА, и Макаби выиграла. Я помню мнение многих иммигрантов из Советского Союза. Мы праздновали победу Маккаби в финале Кубка Европейских Чемпионов. Много-много лет спустя. Это уже 2008 год. Я жил в Венеции с женой. Мы отдыхали. И в это время происходили тоже в общем, соревнования по баскетболу. В том числе советская команда, уже российская команда она играла, по-моему, тоже ЦСКА играла с Маккаби хозяин отеля, в котором я жил, он знал, что я интересуюсь спортом. Жена его, кстати, была русская, из Москвы он ее привез, Итальяха привез из Москвы жену. Это уже было постсоветские времена. Но вот мы время от времени с ним каким-то образом, он по-английски очень плохо говорил, но мы общались, а супруга всегда была готова перевести. И он как-то во время, после какого-то очередного матча там приходит и мне говорит – я вас поздравляю, я вас поздравляю. Русская команда выиграла у, у Макаби. И я его огорошил через переводчика. Я говорю, что вы меня поздравляете? Я, я болею за Макаби, я не болею за русскую команду. Он был, он был совершенно потрясен. Мне пришлось ему прочесть лекцию о о российском советском спорте, о том, как я уехал. Он уже, он уже, его жена уехала очень просто. Он приехал в Москву, познакомился с ней, потом выписал и женился. И он думал, наверное, что все люди, которые уехали из Советского Союза, из России вот так запросто же, женились или вышли происходит. замуж, они уехали. Ну и мне пришлось ему провести ну, такую небольшую спортивно-политическую информацию. Леша, я только что получил э, поддержку от одного из зрителей нашей программы, художника, который также поделился, э, я не буду называть имя, но он смотрит, он знает, он мне прислал ханукию, которая у него в доме. Она сделана из старого деревянного плотницкого уровня, на нем поставлены как раз те чашечки с оливковым маслом, о которых я говорил. Вот такой вот интересный дизайн. Борис, огромное спасибо за поддержку и за эту трогательную фотографию. Держал ее под рукой, чтобы показать, но запали. Вот только в последний момент удалось это сделать. Ну что, друзья. Хан Хэппи Ханука! Хэппи Ханука! Хэппи ханука. Ханука. ханука! До встречи! До встречи! Бай!